24, и сегодня театральная ночь. Мы заедем во все театры Красноярска и покажем, что же там интересного. Поехали! Театров объявления. Мы уже в ТЮЗе, и сейчас наш редактор Татьяна пойдет пробовать необычный перформанс один на один. Не знаем, что ее там ждет, давайте посмотрим. Там было любопытно. Тебя там встречает дух театра, который незримый, но у него есть помощники в масках и в черной одежде. Там ты знакомишься с самим собой, а дальше тебе завязывают глаза и происходят всякие интересные вещи, но все безопасно, интересно, немного влажно. Все же понимают, что мы не возьмем этот комментарий в эфир. А мы уже добрались до театра оперы и балета и встретили даже режиссера Машу Тихонову, которая сделала здесь прекрасную театральную ночь, посвященную Гоголю. Сейчас она нам покажет самые интересные локации. Давайте вместе смотреть. Это кабинет Гоголя. Так, и что мы там увидим? Можно разгадать шифр, который скрыт в его камине, скажем так. В камине. Почему вообще Гоголь? Гоголь, 210 лет. Это просто потрясающая дата. Это потрясающая возможность нашего театра показать возможности, по которым мы как бы соскучились, потому что это очень интересный материал, и у нас не идет ни одной оперы по Гоголю. А это «Ночь перед Рождеством». Сейчас мы идем наверх, там «Ночь перед Рождеством». Театральную ночь смотреть и познавать. И мы ответили на многие вопросы с моим Русланом. Мы торопимся, извините нас, пожалуйста. Красноярска. Самые лучшие танцы и песни именно здесь. Жаль, жаль, жалко мне, что же ты шутишь. Мы сегодня в 42-й раз открываем фестиваль «Театральная весна». В этот раз этот фестиваль, как и положено, ему развивается. Очень много различных образовательных проектов, очень много мастер-классов. И я думаю, что однозначно этому фестивалю жить. Мы советуемся с экспертами, которые в этом году отбирали у нас спектакли. И обязательно мы будем развивать этот фестиваль и дальше. Понимаю прекрасно, что это не первая ночь. Это уже всероссийская традиция и красноярская традиция. То есть очень много идей наверняка уже было использовано. Но энергия этой ночи, она жива. Это самое главное. Театральная ночь закончилась, но впереди нас ждет театральная весна. Целую неделю будем смотреть лучшие спектакли театров Красноярского края. Следите за расписанием на сайте kultura24.rf и обязательно приходите в театр.